Привет, ребят! Сегодня будет новое видео. Я подготовила для вас мукбанг. Видео с мукбангом с Миланой вам очень понравилось. И решила я еще вам снять мукбанг. Сегодня у нас будет пицца. Две пиццы вот такие вот. Одна у меня пепперони пицца и одна мексик. И кола. Ну вот, погнали. Попробуем вот, так, вот эту, вот мексику. Сейчас я покажу. Вот так вот она выглядит. Ребята, она очень вкусная. Заказывали первый раз ее. Ребят, я сегодня встал утром и решила вот снять мукбанг. Было, у нас уже начались каникулы, ну вот, и решил для вас снять новое видео. У нас каникулы с 16 по 15 апреля. Первый кусок я уже съел. Это была Мексика. Очень вкусная. Попробуем пепперони. Они уже подостыли чуть-чуть. Это очень вкусно. Ребят, я вчера снимал ТикТок. Вы можете посмотреть мой ТикТок, ссылка в описании. Готовил драники вчера тоже. Если хотите, я могу приготовить их на своем канале. Можете написать мне в комментариях, если хотите вы. Ребята, наш мукбанг уже продолжается. Ко мне пришел в гости Милуш, и я решила его в мукбанг. Поселить в мукбанг. Мы решили с ним мукбанг снять еще со мной. Да, погнали? Да, сейчас налью. Да, сейчас Милуш нальет нам колу. Суховатая, я говорю. Не обращайте внимания на тарелочку, мы просто здесь поставили микрофон, некуда поставить. Так, двоих там было слышно. Запикаешь. Я на каникулах сижу дома, меня не отпускают из дома, потому что коронавирус. 12 часов ночи. У нас там семечки были. Пачка. Да я их все съел. Приходит мама. Час ночи я сплю. Вот столько. Так, ребят, я в Инстаграме сделал опрос. Да? Ну вот. В Инстаграме у нас опросы.
Задает вопрос. Парижан Моисеевич, с чем пицца? Пицца у нас мексиканская и пепперони. Обычная. Пепперони. Обычная. С колбасой. Так. Что за вопрос? Ты очень классный блогер, ты будешь продолжать снимать видео или нет? Да, мы будем продолжать снимать видео. Пацан популяр. Да, будем продолжать, обязательно будем продолжать. Когда выйдет новое видео? Вот, мы снимаем, потом мы снимаем, это... через день, через два выйдет это видео. Я хочу... подождите. Ой, что за дурацкие вопросы пишут? Ну-ка, что там? Что как ДНЛА? Все, больше вопросов нет. Ребят, нам с Милусом очень нравится снимать мукбанги, да? Мне жрать хочется. Это первый мукбанг у нас с Милусом. Очень нравится снимать, особенно влоги. Да. Вообще, пишите в комментариях, чем вам нравится заниматься в свободное время. Может, тебе чем нравится заниматься в свободное время? Целый день дома сидеть, играть в Brawl Stars. Понятно. У меня 15 832 кубка. Угу. Год играл. В тот раз идем с ним в технодом, в торговый центр. Магазин техники, да. Говорит, пошли посмотреть камеру. Я иду. Угу. Говорю, зачем тебе камера? У тебя же есть уже. Слышит. Телефон снимать. Угу. Эти камеры, внимание, стоят по 1,5 миллиона тенге. Угу, сюда. По 1,5 миллиона тенге. Я когда увидела эти цены, мозг. Это в коня играем. Короче, залазим на плечи, берем линейки и друг друга ударяем. Кто упадет, проиграл, короче. Бьем, бьем, да. Вот так бьем. Бьем. Ты меня называешь стриптизер. Разве этого мало? Стриптизер. Ты меня называешь стриптизер. Ну, ты можешь найти при видео тему разговора, да? Да. Ну вот, ребят, мы вообще, когда идем гулять, Милуша, мы находим, что поразговаривать. Да, да. Представляешь, час не могу. Нам в Инстаграме задают, сними мукбанг с морепродуктами. А морепродукты, да, дорогие. Ребят, сейчас мы в колу насыпаем соды. Давай, давай, давай. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Жмите на красную кнопочку подписаться. Вот она. И не забудьте колокольчик. Теперь вы смотрели мои новые видеоролики. Подписывайтесь на наши инстаграмы. Вот мой инстаграм, вот Милуша инстаграм. Где там здесь будет? Оглы Милан и Милуш три шестерки. Девочки. Ну вот, и на мой телеграм-канал Милан Шоу, вот мой телеграм-канал. Там мы общаемся на тему новых видео и просто с вами общаемся. Ребят, и все, всем пока, целую, обнимаю. До новых встреч. Скажи, если мы банк вышел из панконтроля, мы тебе. Мукбанк вышел из панконтроля, мы умрем. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Ну вот, ребят, пока-пока. Милуш делает стол. Мы погнали.